Здравствуйте, мы находимся на неделе моды в Москве. Сегодня с вами буду я, ваша ведущая Диана, телеканал ТВ Шанс. Со мной рядом замечательные люди, Олег Газманов и его жена Марина Газманова. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня делаете на этом мероприятии? Я выгуливаю мою женскую половину, Марусю и мою дочь. Но если серьезно, как бы здесь вообще-то очень интересно, я даже не ожидал. Потому что интересно, потому что наблюдать за всем этим, за развитием вот этого дизайнеров, моды в нашей стране. И очень приятно, что сегодня полный зал, огромный интерес к этому. Сегодня мы, я еще потому, что Марина дружит с Аллой Кутюр, которая, она сейчас сама лучше расскажет про нее. Я скажу, что, во-первых, наша женщина самая красивая в мире, это понятно, да, поэтому интересно все это смотреть. Во-вторых, наконец появляются новые молодые дизайнеры, которые всю эту красоту правильно оформляют. А остальное скажешь Марусе. Как я поняла, вы пришли именно конкретно на ее показ. Да, мы пришли конкретно поддержать Аллочку Кравченко, Алая Кутюр. У нее поразительная история. История, связанная, когда она мне рассказывала, как она пришла в мир моды. Это когда ее бабушка подарила ей сундучок со старинными ножницами, наперстком, и сказала: «Аллочка, я тебе передаю этот волшебный сундучок, у тебя все получится». И у Аллочки, правда, все получается. Она совсем недавно переехала с Бали, где у нее было свое производство и дружественный климат, в Москву, удачно ассимилировалась и выдала потрясающую коллекцию. Браво, Алла! Скажите, пожалуйста, что вам именно понравилось из ее коллекции? Но что мне приятно, то, что меня сегодня сопровождает муж, хотя он, ну, скажем так, человек очень занятой и как бы не очень любит все такие мероприятия. Он мне выбрал несколько платьев и говорит, что эти платья будут хороши на Мальдивах. Я принимаю от него и это платье, и приглашение отдохнуть на Мальдивских островах. Ну что ж, это просто потрясающе, конечно. Вот хорошего, кстати, отдыха вам. Да, браво, Алая Кутюр. Мы едем на Мальдивы в ее платье. А что вам понравилось из ее коллекции? В ее коллекции им понравилось, каким интересом Маруся смотрел на подиум. Ну, я не могу так на пальцах объяснить, что понравилось. Огромное количество платьев, блестящая коллекция, у меня глаза заболели просто, все сверкает. Ему понравилось такое яркое платье, которое было расшито разноцветными пайетками. Он говорит: вот, вот это да, это вечер на Мальдивах с любимой женой. Ну, да, вот... милый! Я не могу тебе деваться. Ну, как я понимаю, блестящее платье и в прямом, и в переносном смысле, конечно, коллекция потрясающая. Расскажите, пожалуйста, может быть, о ваших творческих планах. Знаете, давайте на этом остановимся. Мои творческие планы замечательные. У меня выходит новый альбом. Да. Там и все такое, как бы жизнь удалась, бла-бла-бла, тран-тран-тран. Вот, новый альбом называется «Жить так жить». Да. У нас отпускайте уже, ладно? Спасибо. Да, конечно. Все, спасибо вам большое за интервью. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо.